Раскатка прошла в штатном режиме, да, ребята все готовы. А насколько готовы, покажет игра вечером. Ну, вы знаете, вы просто должны верить в себя, должны играть в свой хоккей и должны контролировать то, что мы можем контролировать. Мы можем контролировать свой настрой, свою самоотдачу. На этом сегодня будем делать акцент. Ну, конечно, зеленое дерби – это всегда особенно. Это как классика в Америке. В принципе, как бы всегда люди приходят и болеют за команду, чтобы Казани, чтобы всех.